немногий, небольшой такой анонс по фруктам. То есть бананы, вот это вот с одной провинции. Это пищевые, эти тоже как бы более-менее большие, это идут для животных. Это вы все знаете, знаете, знаете. Тут вопрос по ананасам и по драконьему фрукту. То есть смотрите, вот драконий фрукт, драгон, да? Вот смотрите, вот этот чуть светлее, вот этот чуть краснее. То есть вот этот будет белый, внутренности будут белые, а у этого будут красные, чтобы вы отличать могли. Ну и по ананасам я уже говорил, то есть по ананасам мальчики и девочки. Длинный это мальчик, он менее сладкий, но он больше будет у вас есть ваши калории. А вот девочки круглые, маленькие, они более сладкие, но менее полезные, так сказать. Кушайте фрукты, полезные и нужные. Овощи, сушеные штучки. О, кто-нибудь видит, да? Засушенных карапузиков. Тайские вот так вот они запаковывают. Тут же золото. Здесь еще спят. Билеты, кстати, вот эти вот лотерейные, прям сильно много. Зелень, бананов 50 бат, кормовые 42. Ну здесь чуть-чуть дороже. Вот, кстати, смотрите, кальмар фаршированный. А, это рыба фаршированная икрой. Фрукты. Опять лотерейные билеты. Вот у них вот эта тема популярная. Иностранцам они не предлагают. В основном так, для внутреннего спроса. Вот тоже, смотрите. Фруктики всякие. Подсушенные, недосушенные. Вот, 20 бат, вот такой вот сок. Беру часто, вот они выжимают полностью 100%. Окей. Все, в принципе, вот такой бутылочки 100% натурального сока. О, фруктовый, смотрите, рыночек на машине. Волосатики. По 60, по 70. Здесь вот вам покушать приготовят, 40 бат в принципе стоит. Очень популярно, отростки вот видите, различные. Что там еще пихают? Креветок вот смотрю, еще что-то. Местная картошка, видать. В общем, по ценам сами видите. Но сейчас сезон хороший. Март-апрель, самый сезон фруктов, поэтому фрукты дешевые. Потому что если в декабре все это идти брать, практически в два раза будет дороже, а что-то и в 3-4. Вот это вот лабуда по 70 сейчас, а допустим на Пхукете это было в декабре по 250 ценилось. Тут такие, ох, это тут оказывается какой-то рыночек на пароле, я тут даже не был. Сколько раз здесь был, а здесь ни разу не был. Кому надо? Поросенок, гусенок, сальцо. Это сладости у них. Ну, сладости у них тут реально дорогие. Но это я сомневаюсь, что золото, скорее всего, бижутерия. Ну и рынок. Вот. Ножки они тут любят. Ножки любят грызть. О, рыбки. О, это что за пиявки, наверное, да? Первый раз вижу живыми вот так вот продаваемые. Но я их ел сушеными. Прикольные, вкусные. Ну, в общем, здесь рынок. В дебри его я не пойду, ибо не хочу.